По данным госавтоинспекции Сочи, с начала года на дорогах города произошло 41 ДТП с участием пешеходов, причем половина именно по вине пешеходов. Сотрудники ГИБДД вместе со школьниками из отрядов юных инспекторов движения, одетых в светоотражающие жилеты, стояли на тротуарах рядом с пешеходными переходами. Внимание водителей на себя дети обращали яркими плакатами, а инспекторы раздавали листовки. Сочинская госавтоинспекция планирует и в дальнейшем проводить подобные акции, ведь вскоре начнется курортный сезон и количество пешеходов значительно возрастет. Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам. Будьте взаимовежливы, соблюдайте правила дорожного движения. Хочу обратиться к водителям, уступайте пешеходам на пешеходных переходах. Ведь пешеходы у нас самые уязвимые участники дорожного движения. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – это залог вашей безопасности.